Поставьте плюсики, слышно, видно? Слышно и видно, отлично. Если что будет не так, сразу пишите, потому что я не вижу отклика. Итак, еще раз повторюсь, сегодня поговорим о том, первое, что делать не нужно в YouTube, второе, что нужно делать, чтобы раскручивать свой канал. Почему? Потому что последние у меня 5 веток директорских со мной познакомились с помощью YouTube. Это сейчас самая передовая технология, где можно, в принципе, себя позиционировать и находить людей. Вот. Почему? Люди многие спрашивают, почему, когда я захожу в компанию, когда забиваю какой-то ролик в YouTube, сразу же какая-то выходит негативная информация. Я объясню, почему. В этом, в принципе, причиной тому вы и есть. Во-первых, система в Гугле, где вы работаете, настроена так, если ты что-либо смотрел негативное про ту или иную вещь, неважно, что это будет, про Mercedes, про iPhone, про Coral Club, тебе всегда будет он подсказывать ролик такой же, который нужен. Как только вы заходите в подобные вещи, забиваете вот такие ролики, допустим, когда вы забиваете «Вся правда о коралловом клубе», я специально здесь все выделил, да? И тут сразу видите «Коралловый клуб разоблачение». У вас сразу возникает дикий интерес, особенно у людей, которые уже в бизнесе, в том числе и мастера, и вы сразу нажимаете «кликать», вот, не понимая того, что вы делаете, в принципе, хуже себе и своему бизнесу, и само собой компании. Почему? Как только вы просмотрели этот ролик, вы, наверное, видите, что просмотров на этом ролике, сейчас я вам тоже покажу следующий слайд, 66 тысяч, так, на секундочку, и 165 лайков, 69 дизлайков, это палец вниз. То есть 66 тысяч человек, может быть, кто-то посмотрел два раза, в чем я сомневаюсь, посмотрели этот ролик. Почему? Ну, у нас натура такая, мы всегда притягиваем к себе и хотим что-то смотреть негативно. Нам всегда интересно порыться в чем-нибудь. Вот в этом как бы и вся проблема начинается. В том, что мы хотим смотреть подобные вещи. Вот мы сами накручиваем на каком-либо канале просмотры. Запомните одну вещь. Как работает YouTube. Чем больше вы смотрите негативных роликов про компанию, про себя, неважно про что, тем вы выше поднимаете его в топы. То есть он всегда будет высвечиваться в пятерке. А может быть, максимум в десятке, на первой странице будут видны все негативные ролики, и вы с ним ничего не сделаете. Почему? Потому что, смотря вот эти негативные ролики, вы сами поднимаете их в глазах других людей, так давайте скажем. Вторая вещь, которую вы делаете, естественно, вы рвете рубашку и стоите за Москву мертвой, вы начинаете оправдываться, вы начинаете писать вот такие комментарии, их там просто сотни. Я просто смотрю иногда, с комментариев читаю и просто обалдеваю, что вы там творите. Ребят, я понимаю, что вы любите компанию, но, есть опять одно но, запомните, чем больше комментариев положительных, либо отрицательных, этот ролик поднимается выше. Любое действие с этим роликом, запомните, любое действие с этим роликом поднимает этот ролик в топ. То есть его будет смотреть все первым. Посмотрел ролик, поднял в топ. Написал комментарий, поднял в топ. Поставил дизлайк, то есть палец вниз, поднял в топ. Лайк, поднял в топ. Даже многие этого не знают. Даже когда вы ставите, что вам это не нравится, вы от чистого сердца делаете. Запомните, даже этот лайк, дизлайк, вниз палец, он продвигает этот ролик. Поэтому нельзя ставить дизлайки, минус палец, да? Вот, дальше. Я объясню, почему, ребят. Как вы думаете, про компанию Mercedes, вот плюсики поставьте, есть плохие отзывы, как вы считаете? Кто? Поставьте плюсы, кто видел когда-нибудь негативу, может быть, слышал, что Mercedes не такая машина, что BMW лучше, к примеру, и так далее. Такое встречали? Поставьте плюсики. Встречали, да? Вот, вижу плюсики. Я сам это видел неоднократно, забейте в Google, если интересно, просто посмотрите. Ребят, вот поверьте, компания Mercedes, наплевать, что про нее пишут. Людям, на которые на нем ездит, наплевать, что вы про них говорите. Почему? Потому что эти люди знают, и компания Mercedes знает, что она лучшая в мире. Ей все равно, что они говорят. Вот он проехал, вы ему говорите вслед все, что угодно. Ему наплевать на это. Потому что он знает, что он ездит на лучшем бренде в мире. Поэтому все топ-лидеры сетевых компаний ездят на Mercedes. Все звезды ездят на Mercedes, посмотрите. Все президенты ездят на Mercedes, заметьте. Не на других машинах, на Mercedes. Поэтому Mercedes это тот самый бренд, как я говорю, да, которому наплевать на то, что вы пишете. Вы должны понять эту простую вещь. Дальше, вторую вещь. iPhone. Сам им пользуюсь.
и сейчас на Маке работаю. Та самая модель, про которую что только нет. Говорят, я покупаю китайский, он намного дешевле. Ребят, здорово, может быть, не дешевле, но самые продаваемые телефоны в мире – это айфоны. Самая зарабатывающая компания в мире – это компания Apple. Ей все равно, что про нее пишут. Возьмите себе это в голову. Что про компанию Coral Club не писали, не нужно на это отвлекаться. Мы номер один как были, так и есть. И нам по барабану. Мы идем к своей цели. Только и всего. Поэтому это самая-самая главная вещь. Теперь немножко хочу рассказать вам про такие моменты, чтобы вы просто понимали и показать вам. Вот я специально нашел там ролик, допустим, и выделил красным шрифтом, вы видите, да, что такое лайки. Еще раз скажу. Если вы ставите лайк, пальчик, под каким-то роликом, который вам нравится, вы поднимаете его вверх. Вы должны это четко понимать. Если вы ставите, допустим, другой, да, слайд, дизлайк, то есть пальчик вниз, вы опять поднимаете его вверх. Поэтому что я вам рекомендую делать? Те ролики, где вы уже поставили дизлайк, но плохие, негативные, вы туда можете зайти, нажать на него, и он станет опять черным. Если он голубой, значит пальчик активный. Если он черный, значит вы как бы от него отказались, только и всего. Удалите все комментарии, где вы какие-либо писали, оправдываясь, писали о том, какая компания Coral Club хорошая. Поверьте, она и так хорошая. И не нужно ее отстаивать. У нас все хорошо было, есть и будет. Лет 5 назад стали какие-то ролики появляться негативные. А почему, ребят? Да потому что мы слишком начали хорошо расти. Естественно, поперек горла стали перед тем, и поэтому люди стали что-то писать, делать какие-то ролики. Стали заказывать ролики плохие против компании. Это нормально. Слава богу. Это говорит о том, что нас уважают и боятся. И о том говорится, о том, что мы растем, и мы все сами делаем правильно. Главная вещь, поймите одну простую вещь. Люди, которые создают вот эти ролики, они делают самую главную вещь. Им наплевать на то, что вы пишете, поверьте. Им наплевать на компанию Coral Club. У них есть одна задача. Раскрутить свой канал в интернете. Правильно, да, вот Катя пишет, это черный пиар, это тоже пиар. Так вот, они раскручивают таким образом. Почему? Потому что нас с вами, да, вот вы увидели, что негативное, вы сразу давайте смотреть. И отписываться, ставить дизлайки, типа плохое. Но вы поднимаете его канал. Что в этот момент происходит? Когда вы этот канал поднимаете, YouTube начинает крутить рекламу на этом ролике, потому что там большое количество просмотров. И этому человеку за это платят деньги. Поэтому ему это очень выгодно, чтобы этот канал был. И он подливает масло в огонь, пишет что-нибудь еще, а вы начинаете оправдываться и, не понимая, пишете ему. Ему все равно, что вы пишете. Он про компанию знать может не знать ничего. У него задача одна – раскрутить свой канал, набрать просмотров. Чем больше его канал будет, ролики будут прокручиваться, тем его канал будет выше подниматься по запросам. Потом он просто будет вставлять то, что ему нужно, и все. И он будет в топах держаться. Поэтому запомните, не нужно ни перед кем оправдываться, писать комментарии, ставить дизлайки. Это делать нельзя. Вы можете только сделать одно. На том, что вам нравится, поставить лайк. И на том, что вам нравится, написать комментарий. Причем не просто комментарий написать, ребят, а очень важно писать комментарии с ключевыми словами. Система Google так устроена, что когда вы пишете какие-то слова, и кто-либо в любой точке мира забивает такие слова, то он будет подтягивать, будь то ролик, будь то какая-то статья, какие слова нужно прописывать под роликами. Допустим, слова такие, как Coral Club, коралловый клуб. Если в ваших комментариях будет вот эти два словосочетания, то вы будете еще быстрее поднимать эти ролики, свои ролики, ролики компании. Но сейчас я говорю о том, давайте сейчас вместе с вами просто сделаем одно большое дело, просто поднимем некоторые ролики компании, я потом об этом в конце расскажу, и проверим, как вы это усвоили. Вот, это очень важно. На следующем слайде я вам показал, да, вот опять выделил, вы увидите, мне не нравится. Когда вы на него наводите, он вам показывает, то есть, чтобы не сделали лишних движений, вот, он вам подсказывает, что будет. И на следующем слайде сейчас вы тоже увидите, наоборот, мне нравится. Поэтому там себе просто запишите, или там красным чернилами, чтобы не ставить никакие дизлайки на ролики, которые вам не нравятся. Поехали дальше. Что вам нужно сейчас сделать? Да, и начинаем как бы такие конкретные задания сделать. Сразу скажу, я не смогу сегодня охватить все, что нужно. Если вам будет интересна какая-то тема,
Я уже с этого об этом говорил, если меня было не слышно, почему меня компания об этом попросила? Потому что у меня сейчас на сегодняшний день самая, наверное, большая подписная база, потому что я посмотрел у топ-лидеров сегодня, сколько людей подписано на них, у меня самое большое число подписчиков. Я один из первых стал работать в социальных сетях. Вот, сейчас, слава богу, подхватили остальные лидеры, и я рад. Я переуспокоился спокойно, я как бы закрутил этот маховик, всем понравилось, они стали работать в социальных сетях, я сейчас спокойно успокоился и сейчас делаю другие вещи. Поэтому это здорово. Вам нужно про YouTube такую интересную строчку. Официальный канал «Коралловый клуб». Я специально это выделил, вы увидите. Это мой канал на YouTube. Вот, я забиваю вверху официальный канал «Коралловый клуб». Опять пишут «нет звука». Меня все слышат? Поставьте, пожалуйста, плюсы. Слышно ли меня? Или только Лариса не слышит меня? Слышно. Так, отлично. Дальше поехали. Смотрите, как только вы это сделали, вот, вам нужно нажать другое окошко. Я выделил опять-таки красным цветом, вы увидите, да? Вот эту лупу такую нажать. Вот, и вы сразу же переходите на канал. Вам предложат это. Вот. У меня, как видите, я выделил, да, подписка оформлена. Вот если у вас подписка оформлена, хорошо. Вы точно так же можете отписаться от тех каналов, которые вам не нравятся. Люди, которые ушли из компании, люди, которые несут негатив. Просто нажать на этот же клавишу, она представит красной активной, и от нее просто отписаться. Это очень легко и просто. Вот. Дальше поехали. Вот вам задание. Специально написал, подпишись прямо сейчас. Вот если у вас такая сейчас ситуация, и вы до сих пор, или ваши люди не подписаны на канал официальный «Кораллового клуба», вам надо нажать эту красную кнопку «Подписаться». Вы не сможете там подписываться и оставлять комментарии, если вы сами не зарегистрировались в Google+. Это сделать очень легко, когда вы туда нажмете, выскочит окошко, и вам будет предложено зарегистрироваться. Надо будет просто забить свои данные, и у вас будет свой... На Google+, это еще такая социальная сеть. Кстати, кому будет интересно, мы с вами можем проговорить, как работать, допустим, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, как набрать много людей, как вести свою страничку. Если это интересно, опять-таки, под тем роликом, который сейчас будет, просто напишите комментарий. Мы их прочтем и можем делать такие ролики хоть раз в неделю, хоть раз в месяц. С компанией просто согласуем, чтобы я вам буду говорить конкретные пошаговые действия, что делать нужно, что делать не нужно, чтобы вы себя могли правильно позиционировать, чтобы вас могли находить люди. На сегодняшний день у меня десятки людей сами подписываются на меня, и когда я у них спрашиваю, чем я буду полезен, говорят, не поверите, у вас очень интересная страница, нам нравится за вами наблюдать, читать. Я говорю, отлично, хорошо. Потом я просто перевожу это в русло общения. То есть уже здорово, если человек тобой заинтересовался как личностью. То есть я там не пиарю «Коралловый клуб», я в соцсетях не пиарю какие-то баночки, этого делать нельзя. Вот, да, если тебе хотели продавать, лучше сделать отдельную страничку для этого. Но мы можем об этом просто поговорить. Конкретно, что нужно, как оформить. Поэтому еще раз повторяю, если вам это будет интересно, как свой канал в YouTube, допустим, оформить, как раскрутить свой личный ролик, как оформить соцсети, как сделать публичную страницу. Под этим роликом, когда он выйдет, напишите свои комментарии на официальном сайте компании, потому что он появится, опять-таки, в разных каналах. Вам нужно конкретно на официальном канале написать свои комментарии. Мы заодно проверим, как вы это усвоили. И по вашим... ожиданием дадим вам то, чего вы хотите. Специально я для вас проведу такие вебинары. Вот, подписаться. Видите, да, слайд я показал, вам надо просто подписаться. Вот, теперь поехали дальше, следующий слайд. Я здесь с красной стороны, сбоку, с правой стороны выделил тоже такую интересную вещь. Там написано, если видите, да, каналы. Похожие каналы. То есть это каналы, предлагаются вам, которые работают с компанией Coral Club каким-то образом. У них есть статья. Вот видите, да, Подпорин у меня есть. Да, подписка оформлена. То есть я на нее подписан. Татьяна Юнакова подписан. У нее два канала есть. Юра Рыбалка подписаться. Это говорит о том, что я на нем не подписан. Я когда-то был на нее подписан, я от него отписался. Юрий Манделевский, я на него подписался. Михаил Середа, я от него отписался. То есть, если я не хочу этих людей видеть и читать, чтобы их не было в ленте, будь то в соцсетях, кстати, скажу сразу одно слово про соцсети. Часто делают люди ошибку, вы берете и удаляете этих людей из друзей. Этого делать нельзя. Если вы их удалили, во-первых, они к вам будут заходить, и вы будете все равно этих людей видеть. Вам нужно этих людей заблокировать, внести их в черный список. Будь то Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. В черный список. Тогда вас...
для этих людей не существует. Он будет забивать Анатолий Евстигнеев, а меня просто нет. Запомните, не удалять друзей, а просто, называется, забанить на жаргоне, либо внести в черный список. То же самое можно сделать в YouTube, просто от него отписаться и все, и к вам ничего не приходит. Если к вам на почту приходит какая-то рассылка, которую вас уже просто достал, тоже в конце письма есть отписаться, просто отпишитесь, и к вам перестанет приходить всякое дерьмо, которое вас просто отвлекает на ненужные вещи. Поэтому это тоже вещи такие есть. Дальше, смотрите, господа. А вот задание как бы домашнее, я хочу просто проверить, насколько нам это эффективно. Вот у нас есть самый ходовой ролик фильма компании Coral Club. Вы видите, первая цифра. У меня подписка оформлена, и там подписано 5582 человека. Вот мне интересно, сколько в ноябре месяце, как вы сработаете, мы увидим там людей. Если я увижу, что там людей будет намного больше, то сейчас вы подпишетесь, донесете это до своих людей, что это очень важно, поднимать канал на YouTube наш официальный, тогда все наши ролики... будут только официальные люди. Я это делаю всегда. Я всегда, если вы замечаете, всегда те, кто присутствует, ставлю лайки вашим, вам в Фейсбуке, в Однокласснике, ВКонтакте, в Ютубе. Я всегда это делаю. Почему? Я поднимаю ваши ролики, я поднимаю ваши статьи, ваши фотографии в соцсетях либо в Ютубе. Почему? Потому что мне выгодно, чтобы нужные люди были на нужном месте. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Если не понимаете, опять-таки, это немножко другой тренинг. Отдельный. Я, наверное, быстро говорю. Я быстро, ребят, говорю. Вы успеваете меня улавливать или нет? Напишите. Или напишите. Я всегда лайкаю. Молодец, Лена, всегда лайкайте. И может, какие-то есть вопросы? Пожалуйста, задавайте вопросы какие-то, может быть, непонятные. Я к ним вернусь. Успеваем. Отлично. Поехали дальше. Вот. Второе задание у вас, ребятки. Вот задание номер один. Вот оно. Подписаться на официальный канал. Хорошо, Кать, полайкаю. А вот, подписаться на официальный канал. Я написал, там специально выделил. Прямо сейчас, как только я закончу, выйдите, зарегистрируйтесь и сделайте это. Второе, возьмите вот этот ролик, который я вам сказал. Вот этот ролик официальный. Сейчас там 47 тысяч просмотров. Просто если тут сейчас находится 208 человек. Это 208 компьютеров. Звук плавает, может быть, Евгений, это, ну, скорее всего, что-то с интернетом. Сейчас просто вечер, поэтому очень много людей пришли домой и растягивают интернет. Вот, я думаю, что в записи посмотрите несколько раз, все будет нормально. Вот, поэтому вот этот ролик посмотрите сами хотя бы по разу. Там сейчас есть человек 300, 208 компьютеров, только и всего. Поэтому этот ролик просто посмотрите сами хотя бы 1, 2, 3 раза, чтобы мы его с вами раскачали. Другое задание, номер два. Под этим же роликом вам нужно написать комментарий и поставить лайк. Это задание номер один. Попробуйте это сделать. Чтобы вот этот самый ходовой ролик наш с вами, у него и так 47 тысяч просмотров, но, если вы помните, я еще раз покажу. 47 тысяч просмотров у ролика официального компании. А вот теперь смотрите сюда интересный ролик, да? А здесь 66 тысяч. Вот удивительно, да, разница? Как мы притягиваем негативные вещи. Поэтому, если мы с вами хотим реально расти, чтобы не было ничего у нас лишнего в социальных сетях, то все, что вам нужно сделать, это этот ролик посмотреть самим, работать этим роликом, скидывать вот эту ссылку. Не перезаливайте его ни в коем случае. По поводу перезаливки сразу скажу. Имейте просто в виду. Если вы перезаливаете официальный ролик компании, то компания YouTube просто первый раз вас предупредит, второй раз может просто вас забанить, на третий раз просто ваш канал закроет раз и навсегда. Вы его не вернете. Поэтому официальные ролики компании нельзя перезакачивать на свои каналы. Вы можете сделать их, поставить себе плейлист, там есть такое. Это тоже отдельная история, могу рассказать. Но этого делать нельзя. Поэтому еще раз повторяю. Сейчас я заканчиваю, если нет вопросов у нас. Подписываемся на канал, кто не подписан. Сразу же всем своим дистрибьюторам, всем своим директорам сказать то же самое. Второе. Смотрим с вами ролик. Вот этот ролик сами смотрим. И под ним пишем комментарий. Вот. Как это сделать? Еще раз. Зарегистрироваться. Если кто-то не может, вам все там подсказано будет. Просто зарегистрироваться и все. И ставить комментарий со словами «Коралловый клуб» либо «Coral Club». От себя, от души что-то напишите. Все. И поставить пальчик лайк. Этот ролик у нас будет, во-первых, там будет просмотров более 100 тысяч, во-вторых, он всегда будет в топах.
Если вы будете делать всегда с роликами, которые вам нравятся, это, уверяю вас, что бы люди ни забивали, в любой точке мира всегда будут самые лучшие ролики, которые вам нравятся, где вы оставили свои комментарии, всегда будут в топах, они всегда будут впереди планеты всей. Это поможет нам с вами, чтобы люди не находили то, что мне нужно. А те люди, просто, которые увидят, что их ролики уйдут вниз, они просто перестанут это делать. Лучше их перестанут смотреть. Чтобы, еще раз повторяю, мы с вами сами накручиваем вот, то, что нам не нужно. Поэтому вот это очень важно убрать. Так, если у меня будет копия... Если будет копия, Денис, вы попробуйте просто сделайте копию, потом поймете, о чем я говорю. Потому что если компания, я уверен, что компания обслуживается у какого-то, ну там, скажем, провайдера, как это происходит у меня, да, я просто не подаю. Мне просто приходят письма, когда у меня скачивают ролики мои, у меня спрашивают просто-напросто, что ваш ролик перезалили. Если я просто поставлю галочку, то вас просто предупредят, только и всего. Это как в соцсетях. Если несколько раз вам поставили люди бан, то вас просто забанят. Сначала на один день, потом на неделю, потом на месяц, потом вас просто закроют и все. То же самое в YouTube. Поэтому не рискуйте. Если хотите рискуйте, попробуйте. Этого делать не нужно. Ролики компании должны быть на официальном канале. Вы можете делать свои ролики. Кстати, вы хотите действительно себя раскрутить, я вам рекомендую. Открыть свой канал на YouTube – это шикарный инструмент. И записывать инструмент, который вам самим нравится. Это может быть ролики по продукту, может быть ролики по бизнесу, неважно что. Причем этими роликами вы можете сами работать. Скидывать сами себя. То есть человек вас покупать будет, потом можно с ним брать телефон и с ним разговаривать далее. Только всего. Вот, на вопросы ответил. Какие-либо еще есть вопросы, я, в принципе, очень быстро говорю, поэтому не люблю просто затягивать, чтобы все было быстро. Я вот за полчаса, в принципе, закончил сегодняшний день. Если есть какие-то вопросы, давайте обсудим. И, допустим, мы можем сейчас сразу с вами обсудить, какие для вас важные моменты, допустим. Допустим, первый вопрос можем обсудить. Как раскрутить свой канал на YouTube, личный свой, что нужно прописывать в тегах и так далее, как правильно называть. Вторая вещь, допустим, как себя поднять в социальных сетях, как добавить друзей. Как оформить страничку в социальную. Как сделать публичную страницу. Это немножко разные вещи. Допустим, сейчас у меня в Фейсбуке 5000 человек. Больше нельзя, все. Вконтакте 10 тысяч. Да, и поэтому сейчас у меня уже там идет 1000 подписчиков собралось по Фейсбуку. Поэтому я сейчас открыл публичную страницу свою. Там можно сколько угодно, десятки тысяч людей собирать. Это отдельная история. Подписка на YouTube бесплатная, отвечаю. Это бесплатно. Пока бесплатно, по крайней мере, они живут за счет того, что просто рекламу делают ролика. Те, которые большие просмотры. Люди на этом очень большие деньги зарабатывают. Конечно, нужно монтировать, но не поверите, на сегодняшний день самые ходовые ролики, как показала практика, опять-таки, я смотрю, которые сняты так из-под полы, знаете, просто кто-то выступал, так просто взяли, сняли, вот так вот отсняли и выложили. Этот ролик сейчас смотрится лучше, чем какой-то качественный ролик. Это первое. Это на сегодняшний день так это работает. Вторая вещь удивительная. Ролик должен быть до 10 минут. Запись вебинара будет. Да, она будет на сайте компании, повторяю еще раз, под которой вы оставите свои комментарии. Опять-таки, это поможет каналу нашему официальному подняться. И свои пожелания, о чем бы вы хотели услышать. Я вам подробно, опять-таки, подготовлю слайды и расскажу то, что вам интересно. Что такое публичная страница? Это страница, где ты, так мягко говоря, пиаришь себя, свою личную жизнь, свой лайф, как ты живешь, только всего. И там подписчиков может быть хоть миллион. Если мы говорим про Facebook, то если ее нет, то там всего лишь 5000 человек, больше не сможешь, все. Да, ролики до 10 минут, до 10 минут. Лучше всего лишь там 3, 4, 5 минут. И если в первые секунды ваш ролик не захватил меня, я его выключу. Сейчас как люди реагируют? Приходит какой-то ролик к нему. Если он смотрит, что этот ролик идет час, он даже его не открывает. У меня есть специальная программа просто, которая это все отслеживает, такой робот специальный. Когда люди заходят на сайт, и я вижу это просто. Если ролики длинные, люди не смотрят. Люди смотрят только ролики коротенькие. Все. Если в первые секунды вы захватили его в себе внимание, все, он ваш. Если не захватили, то, к сожалению, он просто отключится. Личное и публичное, я уже говорил, повторяю еще раз. В личное 5000 друзей, в публичное сколько хотите можно сделать. Там немножко другие условия. Как создать публичную страницу,
это не сегодняшний семинар, я обязательно об этом расскажу, просто если напишите под роликом этим, который будет на официальном канале. Вот, так, чтобы было понятно. Сейчас я еще прочту, что тут люди просто написали. Так, как название? Сейчас, ребят, я сочетаю. Я не успеваю просто. Ну, в принципе, все. Да, Алексей правильно говорит, я не могу все затронуть, потому что, ребят, это отдельные темы, отдельные пласты. Понимаете, потому что, допустим, работа ВКонтакте – это одно, в Фейсбуке – другое, в Одноклассниках – третье. Поэтому, если мы хотим с вами охватить мир, нам будем брать Facebook, да, потому что это целая страна, там миллионы людей. Если мы говорим о более молодежи и Советском Союзе, то это будет ВКонтакте. Если мы хотим брать такой же слой от 40 и выше, это будут Одноклассники. Поэтому немножко это разные темы, это нужно прям отдельно сделать по разным соцсетям и оформить. Да, вот Змеевский Константин говорит, что каждый раздел – это огромная тема. Я с тобой согласен, поэтому здесь ну, невозможно просто все в одном вместить. Это будет неинтересно. Пускай это будет таким же роликом коротеньким по конкретной задаче, как раскрутить себя с ролики компании, вот, помочь компании, помочь себе, в том числе помочь вашим людям и поднять ваш личный бизнес. Вот, поэтому, в принципе, на этой ноте позитивной я готов закончить, ребят. Запомните самую главную вещь, еще раз говорю. Мы как были первые, так и будем во многих вещах. Я говорю о компании Coral Club. Поэтому не надо ни с кем оправдываться, защищаться. Мы и так будем делать свое дело. Все, что вам нужно, если вы хотите научиться это делать, начните с роликов компании. Потом я научу вас делать с роликами своими, как это сделал я в свое время. Там тоже тысячи подписчиков. Причем я не платил ни копейки. Из кучи всяких платных сервисов я это просто делал сам вручную. Нужно будет, научу. Да, ребят, спасибо еще раз, что были со мной. До встречи в социальных сетях. Вот, и встречаемся с вами в Москве на волне. Все, всем пока. Хорошего вечера. Удачи. Добро пожаловать в 21 век, в мир технологий, гаджетов, рекламных образов и нескончаемого потока информации. Здесь люди привыкли забивать себе голову ненужным и неважным, руководствоваться не собственными решениями, а образами, попавшимися под руку. Стоп. Давайте на чистоту. Этот фильм для людей, обладающих целью. Для тех, кто ищет возможности и намерен их использовать. У каждого человека есть выбор. И у вас тоже. Прямо сейчас. Поэтому, если вы не хотите смотреть это видео, просто выключите его. Иначе вы впустую потратите свое время. В этом фильме мы будем открыто говорить о том, для чего мы создали компанию Coral Club. И о том, почему мы считаем MLM бизнесом 21 века. Соглашаться с нами или нет – это ваше решение. Но скажите откровенно, есть ли у вас мечты? И сколько из них вы воплотили в жизнь? Сколько раз вы лично предвидели то, что принесет успех? Если вы еще ждете того самого шанса, то впереди один из них. Начнем. Сегодня так модно говорить о фитнесе, здоровье, правильном питании и заботе о своем организме. И я, и вы понимаем, что на самом деле это не дань моде, а необходимость. Однако многие предпочитают только рассуждать об этом. И так всегда проще. Для того, чтобы перейти от слов к делу, нужно обрести цель, принять одно единственное решение и начать действовать. Итак, определитесь с простым вопросом. Нужно ли вам здоровье? Нужно? Тогда начнем с простого. Все знают о том факте, что для нормального функционирования организма необходимо минимум 2-3 литра воды в сутки. Воды, а не... Почему именно воды? Давайте посчитаем.
Пол-литра жидкости мы теряем за ночь. Каждый день мы дышим. И на это уходит еще пол-литра. Часть необходимой влаги расходуется естественным путем. Итого, уже 1,5 литра воды организму необходимо, чтобы просто восполнить естественные потребности. Почти все напитки на водной основе, чай, кофе, соки, не помогают организму, а наоборот нагружают его работу. Организм начинает отделять полезные вещества от вредных. Такая постоянная лишняя активность перегружает его, а это сокращает продолжительность жизни. А между тем, чистая питьевая вода становится основным ресурсом во многих странах. Вряд ли стоит напоминать, что качество воды в современных городах оставляет желать лучшего. Именно поэтому по всему миру продают бутилированную, очищенную, как от вредных, так и от полезных веществ воду. Казалось бы, просто и понятно. Но что делаете лично вы для того, чтобы изменить себя и свои привычки? Кажется, мы уже говорили про решение. Наша компания сделала свой выбор. Мы сконцентрировались на том, чтобы помочь тем людям, которые поставили себе такую же цель – быть здоровыми. Но что это такое – быть здоровым? Мы хотим, чтобы каждый человек на Земле имел возможность пить качественную, чистую и полезную воду. Более 15 лет назад началом больших перемен для тысяч людей стал Coral Mine – пакетик саше, который обогащает воду полезными минералами, нормализуя ключевые показатели и улучшая физиологическую полноценность воды. Coral Mine до сих пор наш самый популярный и востребованный продукт. Мы произвели уже более 1 миллиарда саше. После многолетних исследований и изучения темы воды и здорового образа жизни, мы создали целую систему для поддержания здоровья человека. Сегодня мы производим более 150 продуктов для заботы о красоте и здоровье людей в десятках стран. Наши продукты разрабатывают ученые с мировыми именами в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Европе, Южной Корее и Японии. Мы не только создаем продукты для здоровья, но и помогаем использовать их эффективно и правильно. Здоровье – залог полноценной жизни, ее основа. Ведь согласитесь, когда мы здоровы, мы не отвлекаемся на болезни, и фокус нашего внимания направлен на то, чтобы состояться и реализоваться в жизни. Теперь поговорим о бизнесе. У каждого из нас есть работа. Кому-то она нравится и приносит удовольствие. Кто-то держится за офисное кресло, как за спасательный круг. И это нормально. Мы не настаиваем на переменах в вашей жизни, потому что она ваша. И кому-то эти перемены попросту не нужны. Менять ее или нет, выбор всегда за вами. Но мир состоит из возможностей, о которых вы знаете или не знаете. И заработок не исключение. Мы уже сказали, что вода является драгоценнейшим ресурсом человечества. И рынок чистой воды с каждым годом растет. Именно поэтому многомиллиардные компании ставят ее в основу своего дела. Ведь где бы ни находился человек, ему всегда будет нужна питьевая вода. Но нашей задачей было создать решение здоровой воды, в нише которой, по сути, еще не существовало. Coral Mine – это продукт, который удобно иметь под рукой, в сумке, в машине или дома, для того, чтобы всегда пить воду природного качества. Здоровье – это культура. И для того, чтобы она прижилась, она должна достаточно долго и беспрерывно присутствовать в обществе. Это тот ритм жизни и те здоровые привычки, которыми вы делитесь, рассказывая о них своим друзьям и близким. Так вот, MLM-бизнес в своем первозданном виде – это бизнес качественных рекомендаций. Сетевой бизнес – это форма, такая же форма, как розничная торговля или непосредственная продажа. Во многих странах способ продажи товаров и услуг через сеть уже практически вытеснил традиционные пути сбыта. Это удобно, перспективно, и по статистике количество людей, работающих в сетевом бизнесе, с каждым годом неизменно растет. Сразу оговоримся. Мы против агрессивного маркетинга. Мы против того, чтобы людям что-то навязывали. Мы хотим, чтобы люди сами ставили себе цели и делали свой собственный выбор. Ведь люди – это главная ценность в MLM-бизнесе и в нашей компании. Становясь дистрибьютором-партнером, человек получает множество бесплатных инструментов для своей работы. Спросите, зачем нам все это нужно?
Мы создали уникальный качественный продукт. Инвестируя в развитие дистрибьюторов, мы продвигаем его на рынок, просто предлагая людям пить качественную воду и заботиться о здоровье своего организма. Наше предложение нашло отклик. На сегодняшний день наши идеи работают в 38 странах. Мы открыли множество офисов и представительств и обрели важных для компании партнеров по всему миру. С каждым годом мы открываем все новые и новые страны и обеспечиваем логистику и маркетинг товаров там, где в нас нуждаются. Но всего этого не было бы без